Да вроде ничего. Вадим, сколько оборотов у тебя там? Я еще считал, что... Это как-то прям угрожающий звук какой. Нормально. А ты к кому обратился? Это Денис. О, Денис, говорю, Вадим, все. Так, это нормально съемный, да? Ну, да. Вот что значит импортная холодная сварка. Почти как русский пластилин. Что, нашли? А где она стоит? Ничего, Саныч, слушай, нормально. Ну, что, давай нет, тогда нам... На 3D переходи. Тихонько, тихонько летает. Я лучше так пока полетаю, Саныч. Шарик закрыл.